Продолжается ремонт Сугутского моста в столице Чувашии. Подрядчик приступил к гидроизоляции. Выполняют ее с помощью инновационных технологий, а это напрямую влияет на прочность. Напыляемая битумно-полимерная эмульсия уже достаточно широко применяется при ремонте мостовых конструкций. Так называемая мембрана устойчива к высоким температурам, а это значит, что сразу же можно укладывать горячие асфальтобетонные и литые смеси. Она водонепроницаема и эластична. В Чебоксарах это делается впервые. После нанесения этой гидроизоляции Dorflex, значит, будет выполнена укладка асфальтобетона, литого асфальтобетона нижний слой, с последующим укладкой верхнего слоя ЩМА-19. Это позволит служить мосту без проблем долгие годы. Работы на объекте ведутся с трехнедельным отставанием. Причиной называют неблагоприятные погодные условия. Закончить эту часть моста и открыть движение планируют в сентябре. Что касается второй половины моста, то к его ремонту подрядчик приступит в марте 2020 года.